Многие уверены, что детство – это самый важный период в жизни человека. Особое место в нем занимают игры, которые у каждой эпохи свои. Посмотреть на игровые традиции дворовой среды прошлого столетия, а также окунуться в атмосферу старого города, можно на фотовыставке в сквере «Юность». Это совместный проект историко-культурного отдела Дворца культуры и группы в социальных сетях «Город Видное» в фотографиях наших жителей. Старый город изображен на наших фотографиях, да, это и центр города, который уже перестроился, тот же самый Дом культуры, мы уже его не увидим таким, каким есть на фотографии. Также здание историко-культурного центра тоже, оно на некоторых фотографиях видно, где оно еще не перестроенное. Заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного отдела ДК «Видное» Ольга Панасюк рассказала подробную историю тех мест, которые изображены на фотографиях. Всего в экспозиции представлено больше 50 снимков. 30-е годы, оказывается, здесь, в усадьбе Тимохова, располагалась школа учебы стахановцев. Здесь они приезжали со всей страны, приезжали с детьми, с родными и жили вот в таких небольших домиках, которые были по территории усадьбы. Все фотографии семейных альбомов коренных видновчан. Галина Коннова предоставила снимки, на которых она изображена сыном и дочерью во время прогулки. Примечательно, что женщина пришла на открытие фотовыставки с внуком Юрой и внучкой Лерой. Сейчас они находятся примерно в том же возрасте, что их отец. Ребятишки, сынишка и доченька, Анечка и Ромка Конновы. Вот. Вот здесь вот Ромка Коннов, это папа вот этих вот внучат. Вот какой он был совсем крошечный, тоже в детском городке. Эти мальчишки и девчонки уже давно стали взрослыми. И только на этих снимках они навсегда останутся юными лицами ушедшей эпохи. Поэтому посетители с удовольствием рассматривали детей и узнавали те места, где были сделаны фотографии. Интересна сама обстановка того времени. Вот эти пейзажи, которые уже как бы немного забылись. А сейчас ты как бы вот окунулся в то время и себя почувствовал ребенком. Это очень здорово. Фотовыставка «Детство босоногое мое» в сквере «Юность» будет работать до 5 августа. Приходите и познакомьтесь со временем и историей прошлого века. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».